Итак, всем хай, с вами Крэктур. Ну, привет, все стандартные. Те, кто вот... Все вот мои подписчики, которые могли ждать интро. Интро пока что не будет. Ну, немножечко подождать придется. Короче, зачем я вас всех собрал? Это только для одного. Все вот, возможно, играли в Hello Neighbor. Такую игру «Привет, сет». Ну, это перевод. И все, возможно, знают из первых версий, где происходило это все. В оних тюрках, скажем так. На самом деле, это Вороньи ручьи. Да. Я сначала, когда играл в эту игру, я ее прошел. Когда я играл в эту игру, то было как-то немножечко весело, довольно весело. И как все уже поняли, ну, все уже знают по теориям всяким, то, что он находится в Воронеже. И я наткнулся на эти видео, изучив их, я обнаружил, что этот город не существует, то есть, извините. И он находится вот здесь. Орлов Лог. Вот, смотрите. Вот он. Да, вот он, смотрите. И получается, если кто не верит, что это вот как бы настоящий город, вот вам доказательство, смотрите, все вот знают этот, как он называется, все знают из Hello Neighbor, такой торговый центр, как бы магазин, супермаркет, ой, Pussy Riot, то есть супермаркет, Золотое лайбока, то есть золотое яблоко. И те, кто знают, вот, вот вам любители, вот, смотрите. Да, он существует. Да, я, вот, смотрите. Если вот некоторые сейчас подумают, что типа фейки, фу. Ну, смотрите. Фейкам бы делали отзывы на 5 звезд. Я такой подумал, может это фейки, но вот в чем дело. Это настоящие люди. Которые оставляли отзывы. Но дело в том, что это местоположение, судя по отзывам, появилось недавно. Потому что некоторые появились всего лишь месяц назад. До месяца. И все. Видите? И больше месяца нету. Да, в чем дело. Значит, что это место могло поставить, очутиться на картах, получается. Ну, как минимум, не раньше. То есть, ну, не раньше февраля этого числа. Короче, оно появилось где-то в феврале. Некоторые сейчас бы подумали, типа, что это такое, вот смотрите. Дело в том, что это как подстроено, что ли. Смотрите, почему. Вот у нас такой магазин. Но это может быть настоящий магазин, я вам скажу. Это вообще не знаю, что здесь. Ну, если такой магазин там по правде стоит, то я особо не удивлюсь. Потому что сейчас многие вещи из игр или из фильмов реконструируют, то есть воссоздают, как они есть. Ну вот, получается, вот ваши любимые Вороньи ручьи, они находятся здесь. Да, кстати, смотрите, это очередное доказательство. Смотрите, помните площадку в Hello Neighbor, такой большой дворик. Вот, вот он, в принципе. Ну, это теория, я не говорю.
Может это здесь, может это здесь. Если вы не знаете, вот как сделать вот такой вид, ну вот у вас есть карта, вы можете переключить. Так у вас вообще ничего не будет, понятно. А вот так. Ну да, смотрите. Он находится над помещением. Причем около дороги. Ну, те, кто живут в Воронеже, советую вам туда съездить. Хотя я сам там ни разу не был. Потому что, возможно, там правда реконструкция находится, скажем так. Ну, что мне сказать-то больше. Видео я снял чисто из-за этого. У меня больше не было стимулов, скажем так, снять. Ну, если там настоящий магазин, прям реконструированный, прям точно-точно там иногда стоят вот такие вот машины, то будет весело. Ну, вот даже написано, открыто сейчас. Суббота, 24 часа в сутки. Видите? Ну, только с владельцем компании, как-то они тут, я владелец компании, ну, вообще любой может быть так владельцем компании. Ну, в принципе-то мне больше нечего говорить. Если вы, вот вам точная информация, вот, можете полюбоваться. Вот Воронеж. Ну... Ой, какие Украины тут. Не, я назад. Туда нельзя. Там плохо. Чего? Ладно. Ну, в принципе, удачи всем вам. И пока. Потому что видео я долго затягивать не буду. Не хочу вас задерживать. Но знайте, что где-то в Воронеже находится то. Точнее, частичка Hello Neighbor. И вы можете встретить ее сами. Ну, всем удачи и всем пока.